Сохраняя традиции, делясь опытом, фестивальную поляну форума «Иволга» посетили представители региональной общественной организации «Воспитанники комсомола. Мое отечество». С участниками они обсудили возможное сотрудничество и направление, которое развивала молодежь в советские годы, а сейчас активно продвигают современные волонтеры. Вы молодцы, что придумали такое мероприятие, как «Иволга». Здесь, кажется, передача того опыта, которыми мы обладали, те формы методы работы, которые мы использовали в своей работе. Кажется, здесь ребята понимают, что это. И мы очень были бы рады, если частичку этого опыта они унесли с собой и внедрили в работу с молодежью. Я вела некую дискуссию с комсомольцами, которые к нам приехали. Мы пели песни, и вот за это радушие, за прием мне дали значочек. Еще я сфотографировалась с людьми, которые были организаторами Всемирного фестиваля молодежи в 1985 году в городе Москва. И для меня это очень знаковое событие в этот раз, потому что я сама подавала заявку на 2017 год на участника. С волонтерами Приволжского федерального округа встретились и представители российского движения школьников. Между собой они уже сотрудничают, но форум «Иволга» – это возможность подробнее рассказать об организации и разъяснить порядок совместной работы. У многих возникает вопрос, хотим, чтобы провести это в школе, как нам выйти на школу, потому что мы понимаем, что это закрытая все-таки такая территория, пространство, а российское движение школьников позволяет его открыть для здоровых инициатив, а также посмотреть, какие есть проекты, которые реализуют уже сейчас в данных регионах, и, возможно, их включить дальше в федеральную повестку.